Ну, достаточно просто. В основном, наверное, ошибки там в невнимательности, ну и в какой-нибудь последней задаче. Ну, а так там все просто. Пробники бывали и проще. Ну, в принципе, терпимо. По сравнению с прошлым годом показалось... Нормально. Как повезет, на самом деле. Но сейчас более-менее. Ну, достаточно. Думаю, ну, баллов на 90 написал. Ну, некоторые задания, конечно, были сложные. И в такой атмосфере, конечно, собраться и написать достаточно сложно. Но все-таки, в принципе, нормально. Можно. Ну, экзамен достаточно средней сложности, в принципе, как и ожидалось. Достаточно сложно. Ну, относительно того, что решали до этого, довольно-таки сложно. Есть моменты, которые, ну, не упоминались, но... По школьной программе можно вытянуть спокойно. По 10-бальной шкале, ну, где-то 7. Ну, нормальный вариант. В принципе, не особо сложный, решаемый вполне. Ну, и не сказать, что простой нельзя. Довольно сложный, но вообще умеренно все, в принципе, решается, если готовиться. На самом деле, вот под 70 градом очень сошлось. А по-моему, как раз не сошлось. Ну, мне казалось, что было немного похоже. Немного. Да не, ну если мозги есть, все нормально. Да, там 27-я была совсем другая, и 26-я нетипичная. Да. Но все было в типовых, и все это было. Ну, там был один интересный, но прям уникального ничего такого не было. Все более-менее то же самое, что и готовили. Было парочку заданий, которых не было на пробниках, но, в принципе, такие... Ну, как бы есть в базе, которые можно разобрать. Да, на самом деле задания были все абсолютно ожидаемые. То есть, ну, как раз то, в принципе, к чему мы готовились. Достаточно мало похожих заданий. Есть отличия существенные. Все да. Задания совпадают. Ну, практически. Да. Ну, процентов на 90. Были задания, которые встречались очень редко. Или были видоизмененные задания, то есть не совсем то, что было? Скажу так, пару номеров действительно были новые. Это было довольно интересно. Ну, все было по стандарту, особенно вот последние пробники, которые в этом году проходили, все было так же. Задания были разные. Они были, конечно, похожи, но все-таки разная стилистика. Разный характер заданий. Уникальные? Да я бы так не сказал. Ну, абсолютно такие же. Но лично мне было все равно, что происходит вокруг и так далее. Ну, я, на самом деле, это не знаю. Ну, лично... как-то уже нормально. Как-то... Уже привыкли, да. Да. Ну, нервов не было, но вот когда проверил, уже как-то начал нервничать, так сказать, немного. Ну, руки просто тряслись, а так вообще спокойно было. Вот если честно, вот конкретно информатику я сдавал, ну, совершенно не заинтересован в этом предмете, то есть он мне для поступления не нужен. Я просто не стал от него отказываться, ну, решил просто ради интереса сдать, попробовать. Поэтому абсолютно было на расслабоне, то есть я даже не готовился к нему особенно. То есть, в принципе, достаточно легко. Ну, уже когда очень много прорешиваешь, просто спокойно к этому подходишь. Поначалу, когда еще не раздали кимы, и ты сидишь в аудитории, чувствуется напряжение, сложновато. Потом уже расслабляешься и начинаешь уже спокойненько все решать. Вообще нет. Нет, психологически спокойно очень. Причем это наш лицей, так что нам было легко. По организации было куча народу. Просто куча народу, который непонятно чем занимается. Парень передо мной сидел ручкой, как очень сильно громко елозил, как расписывал ее, а так все было нормально. Больше напрягало то, что нужно было долго ждать, пока он распечатает, и все да. Просто сидели. Особенно, когда принтер завис немного. Да. Ну да, принтер у нас тоже долго печатали, но, в принципе, я ходила на пробники, и я знаю, сколько он печатает, ну, максимум 25 минут. Я к этому была готова. Но да, еще был шум немножко, там музыка играла рядом с нами. Это немножко мешало. Ну, типа, да, сидишь там 20 минут, такой 13 вариантов, тык-тык-тык-тык. Ну, так, да, типа. И нервозность да, есть. Перегораешь немножечко, но так нормально. Когда вот с этой стороны солнце светило, просто поднял руку, попросил закрыть штору, все закрыли, все сделали, так что все хорошо. Принтер долго печатал, нам где-то минут 25-30 печатали, мы очень поздно начали. В общем, все устали ждать, пока печаталось все. Все замечательно было.